Сегодня первый день Масленицы. Языческий праздник, который перекочевал через несколько веков, стал традицией не только для славянских народов. В эти дни пекут блины и ходят в гости друг к другу практически все казахстанцы. Хозяйки советуют не экономить на продуктах. Сырная седмица, так называют по-другому Масленицу, последняя неделя перед Великим постом. Именно этот период времени, 7 дней, посвящается примирению с ближними и прощению обид. На каждый день существуют определенные обряды. В понедельник – встреча Масленицы, во вторник – заигрыши. На лакомки, то есть в среду, тещи приглашают на блины зятьев с женами. Наверняка отсюда и пошло выражение «к тещи на блины». Затем широкий четверг, в этот день катаются на санях. В пятницу – тещины вечерки, зятья зовут тещу на угощение. Суббота отводилась заловкиным посиделкам. Воскресенье называется прощенным воскресеньем. В этот день все навещали родственников, друзей, знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. Кто много прощает, тому много простится. Вот. А кто мало прощает или совсем не прощает, значит, и ему ничего не простится. Всех прощать, никого не осуждать, не держать обиды.